Еще одна шикарная праздничная улица в Вентнере, практически параллельно той, которая у нас обвалилась. Я недавно вам показывала. И вот опять посмотрите, какие красивые здесь стоят у нас дома на обрыве. Вот он тут, неподалеку обрыв. Здесь вот такая небольшая смотровая площадочка туда вниз, на набережную. Но в связи с недавними событиями мне даже страшно подходить к краю. Потому что эти обрывы, они случаются неожиданно. Вот я покажу вам сейчас вот эту улицу, посмотрите. Ну, согласитесь, что очень красиво смотрятся эти дома. Это отели, конечно. Слава богу, что жилых домов здесь нет. Хотя вот я вижу не только отель. Вот это дом с квартирами, с апартаментами. Очень красивый. А вот этот рядом, видите, Хамброу. Какой-то. Это уже отель. Тоже смотрится очень симпатично. Хорошо бы, если бы эта улица еще долго простояла. Ну, наверное, так и будет. Она все-таки стоит на достаточно большом расстоянии. Вот еще один жилой дом с балконами. Балконы маленькие, необычные, непривычные для Англии. Обычно здесь больше предпочитают вот такие вот балконы, террасы, как вот здесь. Очень красивый дом. Современный, похоже на то, что построен он недавно. И очень смотрится неплохо, посмотрите. Ну и могу уверить вас, что квартиры в этом доме, если они две спальни, три спальни имеют, то от 500 000 фунтов стерлингов и выше. И я дошла до углового дома здесь, и он тоже не отель, а дом жилой. С квартирами, с апартаментами, как называются здесь. Давайте еще раз посмотрим на эту красивую улицу и посмотрим на грандиозный вид, который здесь простирается. Кто-то говорит мне, что жить у моря неинтересно, но я не согласна. Смотря у какого моря, смотря на каком расстоянии, здесь у моря жить очень даже неплохо. Ну вот, видите, я показываю вам, да, какое здесь расстояние до обрыва. Здесь еще стена такая огромная. Что еще здесь? Ничего такого особенного. Там еще потом спускается каскадом все это на набережную Вентнера. А вот эти здесь дома внизу, посмотрите, написано private, частная, конечно же, территория. И они стоят здесь очень опасно, в опасной близости. Я сейчас подойду к самому краю, покажу вам. Ну, как вам сказать, не думаю, что именно сейчас тут что-то обвалится, хотя я уже говорила вам, что я очень боюсь. Посмотрите, как страшно, боже. Здесь для меня кажется просто обрывом это все. И вот так вот сверху вид на набережную Вентнера. И на сам Вентнер вот тут на горе. Тоже, конечно, вид грандиозный отсюда. Сегодня у нас очень тихо и спокойно. 12
октября, вторник, температура плюс 10. Солнечный день. Посмотрите, какая гладь океана. Непривычная просто. Вы знаете, что обычно здесь я показывала вам бушующие волны на побережье. Я еще спущусь с вами туда, на этот пляж, и покажу вам, какой сегодня тихий океан. Вы знаете, вот именно вот эти улицы на самом побережье, они смотрятся, посмотрите, вот не похожими на английский стиль. Вот эти белые дома, открытые веранды, балконы, обилие балконов. Это все странным образом напоминает все-таки мне больше Европу и, скорее всего, даже Южную Европу, как, например, Испания, Италия, Португалия, Греция. Вот что-то, наверное, похожее на эти страны. Но никак не скажешь, что это Туманный Альбион, Англия, вот с такими красивыми белоснежными домами. Вот посмотрите, какие здесь входы в квартиры, там в дома внизу. И здесь даже есть вот такой пандус для колясочников. И мы опять вышли с другой стороны к церкви Святой Екатерины. Еще один необычный ракурс я показываю вам. Набережную города Вентнер вся как на ладони. Сегодня у нас очень тихий океан. Посмотрите, просто гладкая вода, как в спокойной реке. Даже непривычно. Посмотрите, какой отсюда грандиозный вид. Надеюсь, что вы видите даже и прозрачную воду, и там и камни просвечиваются, далеко видно. Ну и, конечно же, фантастический вид горизонта. Жаль, что нам не видно Францию. Если вдаль посмотреть, а потом еще долго-долго плыть на корабле, то вы приплывете как раз во Францию, друзья. Ну и еще, почему я вам показываю этот вид, потому что просили меня показать, а как же смотрится вот та улица. Помните, совсем недавно я показывала вам, как оборвалась здесь очень неудачно одна из улиц. Так вот, эта улица, она здесь, на самом верху. Я, конечно, постараюсь подойти поближе вам показать, но, по-моему, вид отсюда самый лучший. Вот, может быть, если вы присмотритесь, наверху вот эти белые красивейшие дома стоят. И вот там вот две пальмы больших виднеются и такой заборчик красный, видите, да? В самом-самом центре, вот над горами там, красненький заборчик, это именно как раз вот это место, огороженное забором, где и случился обрыв. Я пробую этот же вид снять вам с другой камерой, и здесь у меня есть приближение. Давайте посмотрим. Все-таки вот этот вид на заборчик. Но не резко, когда приближаешь, да, к сожалению. Я спустилась еще немного пониже. Ну вот, к сожалению, наверное, вам не увидеть. Просто посмотрим на эту панораму грандиозную. Возможно, вы узнаете город Вентнер отсюда с высоты. Здесь такой тоже подъем крутой с серпантином. Вот туда наверх. И там еще стоят дома. Вообще, если посмотрите налево, вот этот тоже дом. Он здесь так каскадом. Так странно расположился тоже. Очень-очень
интересно. Вид сверху там, как они там живут, люди, непонятно. Это уж точно на любителя забираться туда. Ну и вот отсюда, конечно, когда я спускаюсь, здесь уже особенно вида нет. А вот еще один красивейший дом, посмотрите. Да, здесь на набережной Вентнера преобладает дома, покрашенные белым цветом, что необычно. Для английских городов это необычный цвет. Вот, посмотрите, у людей терраски шикарные с выходом сюда. Вот такая красота. Посмотрите, какой красивейший здесь горшок. И вот мы с вами спустились и оказались на набережной Вентнер. Сейчас мне еще, наверное, нужно спуститься к океану, показать вам, какой необычный у нас сегодня спокойный океан. Вот такой чудесный океан. Люди, некоторые даже загорают. Здесь немного заслоняется от ветра эта территория. Да и вообще сегодня у нас удивительно спокойно. Хотя и не бабье лето, хотя сейчас плюс 15, но такие солнечные дни, конечно, люди ловят солнышко. Мне даже иногда напоминает вот этот вот пляж, напоминает французский лазурный берег, Средиземное море. Но тогда, конечно, я помню, был декабрь и январь, когда я приехала туда. Я захватила полностью январь, даже начало февраля. Я там долго была. Так вот, вы знаете, что интересно, что я приехала еще из крайнего севера, с города Архангельска. И когда я уезжала, там была температура минус 30. И когда я разговаривала по скайпу со своей дочкой, которая жила в Архангельске, она мне показывала сугробы. Они все закутанные, заиндевевшие, с моими внуками, с детьми. И я, конечно, была в шоке, когда у меня за окном цвела мимоза и пели птицы, и температура была плюс 20 градусов. Вот именно тогда я сказала, что я хочу здесь остаться.